бомбы бросают, смотри. А что оно не взрывается, интересно? Вот пошел, смотри, вот это синее взрывается. А. Нет. Вообще, Сева внизу сидит. Опять летят. Господи, Валера, пошли вниз. Вот они летят, еще бросают бомбы. Вот так вот мы живем. Ну да, просто в раю живем. Так работает вражеская авиация, это Су-25, это штурмовики, это они, и они в основном по утрам работают. Бьют сейчас, тут у нас получается типа промзона какая-то, да, ну там... Склады здесь, промзона, да. Хотя ж там военных нет. Ничего нет, это мирные склады, господи, там у нас косметика, еще там что-то, дерево, по-моему, склады дерева, и что-то такое, если я не ошибаюсь. В общем, вот так. А вон смотри, что это летит. Это они же возвращаются. Да, это они крутятся. Не, они наносят удар, возвращаются, потом выбирают цель, обратно летят, обратно наносят удар. Блин, так это самые обычные склады. Господи, кому они нужны здесь? Деревья. Нет, теперь снимать. Фотки сделал. Последствия авиаудара. Так, люди строили какой-то свой бизнес, люди работали, все уничтожается.